Хорошо. И сейчас я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию года рождения, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Да, я нашла его. Хорошо, делаем проверку. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он не изменился, он так внимательно смотрит на меня. Как будто почувствовал, что его нашли. Да, Влад, это Оксана, твоя ученица. Все хорошо. Он стоит, кивает, я говорю, понял. Да, хорошо. Итак, Владислав выходит из своего биоробота и становится рядом. Да, вышел. Если в его биороботе находятся чужеродные копии, проголодят, становятся рядом и проявляются. 1, 2, 3. Ничего нет, чисто. Он стоит, говорит, так руками показывает. Чисто. Головы машет, нету ничего. Тонкая копия, как чистенькая, да? Да. Хорошо, давай ставим маячок. Если это оригинал, тонкая копия Владислава, загорается зеленый маячок, если голограмма, красный. Зеленый. Зеленый. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Владислава в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Владислава поднимаешься в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Говорит, я сам, говорит, подниму тебя куда надо. Показывает дорогу. Надо мне жарко стало. Убираю тебе твой жар. 1, 2, 3. Синхронизируешься полностью с ним. Тебе комфортно, легко. 1, 2, 3. Да, мы в комнате диагностики. В нашей комнате диагностики. Снимаются все маски и голограммы. Все вокруг предстает перед тобой в истинном виде согласно своему эфирному коду ДНК. А, все так же, ничего не изменилось. Замечательно. Мы приветствуем нашего учителя Владислава и спрашиваем, готов ли он доверить свое нам биополе к диагностике. Он тоже приветствует тебя и меня. Да, говорит. Слушай, не знаю, у меня тело горит. 1, 2, 3. Убираю тебе жар. Ожидает. Хорошо, давай, так, Ксюш, переходи туда за нашу защиту. 1, 2, 3. А Владислав пускай становится на наш пьедестал, сканер. Ну, он когда поднимал нас, я крылья его видела черные. Черные, да? Посмотри, да, черные. Да, у него черные крылья. Замечательно. Больше ничего не видишь там у него? Рога какие-то там, копыта, хвост? Нет? Нет, он показывает, стоит, тоже смеется. Юморист, говорит. Понятно. Он говорит, посмотрите, говорит, так руками показывает, с ног до головы. Ага. Внимательно, говорит, посмотрите. Все, зрение четко и ясно, ты внимательно посмотрела. Видишь только... Нет, но я вижу Влад, вижу крылья, он... Еще так повернулся, специально мне их показать. Он как-то их, ну, как расправляет немножко. Они у него большие такие. Показывает, что и не хвоста, и ноги, говорит, посмотри, говорит, копыта есть, нет. Видишь, не видишь? Чешуи. Смеется. Я понял, хорошо, Влад. Хорошо, Владислав, давай мы тебя тогда проверим на нашем новом сканере. Мы уже себя только что проверили. Ну, он показывает этот сканер, да? Сейчас где-то встану. Да. Хорошо. И на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой, под ногами, 360 градусов вокруг Владислава. И находит все. Нет, у него чисто все, ничего нет. Единственное, вот защиты вижу. А защита, сейчас, подожди. Они вот такие вообще давящие энергии, это вот этот капец.
На грудь реально давит. Давай, я убираю тебе это давление. Один, два, три. Тебе легко? Ну, Влад говорит, это энергия моего внутреннего стержня. Сильная энергия. И я говорит, намеренно раздуваю стержень, чтобы... Это как защита своего рода. Да. Так и есть. Вы, говорит, чувствуете эти энергии. Да, чувствуем. А так он стоит. У него верхняя оболочка защитная, она напоминает как хрустальный шар. И в ней много-много-много других слоев вот под этой оболочкой. И он стоит, говорит, а как вы хотели? Ну да, все правильно. И ты знаешь, у него на некоторых слоях, я вот вижу, вот есть просто слой, да, вот они и по цвету разные немножко, по характеристикам каким-то своим отличаются эти оболочки. Какие-то прозрачные, какие-то белого цвета, они прям какие-то сеточкой идут. Отлично. На эту оболочку она прям, знаешь, как... на грудь давит. Убираю тебе давление на грудь. Один, два, три. Тебе легко, комфортно? Он показывает тоже, вот говорит, смотрите, как это работает, запоминайте. Вот и вся оболочка, ты знаешь, она как сеточкой пронизана, она как типа фильтр, что ли, какой-то. Интересно. Благодарим, Влад. Будем запоминать и также... Причем эти сеточки, вот на одной оболочке она одна, потом через несколько слоев еще такая же, только форма и размер сеточки немножко другой. Ячейки там и формы разные, да? Да, и еще одна сеточка, вижу, она, знаешь, такая еле уловимая, но она есть. Ну, это как фильтры какие-то. И он вот стоит, я вот вижу, да, тонкую копию вокруг вот эти защиты. И еще в самой тонкой копии там тоже что-то есть. Энергии какие-то защитные, другие. Вот. Показывает. Что показывает? Печать мира ангела. Класс. Слушай, такие вибрации тут, это капец просто. Меня сейчас трясти начнет, слушай. Все нормально, убираю тебе этот дискомфорт. Один, два, три. Тебе хорошо, легко, комфортно. Показывает на эти защиты и говорит, меня, говорит, не так-то просто найти в энергоинформационном поле. Я, говорит, выставляю. Защиты специальный. Без моего согласия никто не может меня поднять. Круто. Сканировать. Отлично. Хорошая защита нашего учителя. Берем себе на вооружение. Еще говорит, у меня есть такая установка для защиты, которая отражает от меня весь негатив. Он говорит, люди, которые плохо думают обо мне, плохо говорят, делают какие-то пожелания нехорошие. Но на любой какой-то вот такой вот низкой частоте она все возвращается назад. Я, говорит, дал такую установку в программе защите. Ясно. И что, говорит, они после этого удивляются, когда получают откат от меня. Я, говорит, не понимаю. Это начинают раздувать какие-то слухи, распространять. Это, говорит, всего лишь откат их же негатив. Да, ну, наверное, они же не знают об этом. Ну, он такой стоит, знаешь, встал в такую позу деловую. А это, говорит, им от меня такой своеобразный месседж. В моем виде для того, чтобы поняли, откуда откат пришел.
А чтобы понимали, на какой частоте они мне его посылали, этот негатив. Угу. Я, говорит, никому не обещал, что со мной будет легко и просто. Ясно. Так что то, что они там видят, это, говорит, всего лишь откат их негатива. Хорошо. Он еще раз так на ноги показал, потопал ножками. Что копыт нет. Что копыт нету. А, копыт нету, то все нормально, да, Влад. Мы уже убедились, что нет ни хвост. Смеется. Да, да, все хорошо. Так, все. Тогда благодарим Влада за то, что позволил нас его проверить. Нам тоже нас благодарит. Я говорю, был рад встрече с вами. Замечательно. Показаться вам. Вы, говорит, посмотрели, лично убедились. Да, но мы и не сомневались, если честно. Он стоит, смеется. Да, так что все нормально. Хорошо. Владислав готов возвращаться обратно в свой биоробот? Да, готов. Хорошо. И для усвоения энергии на счет 3. Возвращаем тонкую копию Владислава в систему биоробот душа. Заводишь, подключаешь его к каждому внутреннему органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Идет 100% синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. 1, 2, 3.